Хари Кришна, можете ли, дорогой учитель, назвать первые 3-5 книг, которые мне купить? Я начинающая в вайшнавизме. Вот с чего начать читать? Чего начать читать, да? Я обычно советовал, первое, это науку самоосознания или путешествие вглубь себя, например, можно. А еще лучше начать с биографии Шрилы Прабхупады, прочитать биографию Шрилы Прабхупады, очень мощнейшая книга. Можно просто книгу Прабхупады прочитать или Прабхупада Лиламриту можно прочитать. После этого можно прочитать Шри Ишопанишад, очень важная книга. И прочитать «Нектар наставлений». После этого уже можно читать Бхагавадгиту и потом Шримад-Бхагаватам. Параллельно можно читать всякие маленькие, тоненькие книги, которых в большом количестве ушло у нас в BBC. Читать, например, Бхагавадгиту, и параллельно можно почитывать еще вот такие маленькие книги, которых тоже много. «Веда», например, тоже книга вот новая есть такая, тоже можно читать. Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, примите наши поклоны. Это Нарайни Радха. Это Манджари Махима, и мы вместе занимаемся интернет-санкиртаной на Валдес. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс, составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги, и первым оказался Валдес. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс, там распространяется огромное количество книг. Только Бхагавад-гит около 7 тысяч уже люди выкупили за 1,5 года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-санкиртаны. Мы поддерживаем низкую стоимость на Валберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Если вы домохозяйка или вы бизнесмен, у вас нет времени, вы можете просто выкупать книги, и от вашего лица они будут автоматизированно распространяться на Валберес. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде, становитесь членом интернет-санкиртаны и давайте распространять книги вместе.